Dubstails. Маринет, у меня есть для тебя одно великолепное предложение. И какое же? Нино собирается в больницу, чтобы навестить свою бабушку. И Адриан собирается за компанию. А мы пойдем вместе с ними? Именно. Нино позвал меня, а я тебя. Аля, ты самая лучшая подруга. Как хорошо, что ты у меня есть. Сестра Сесиль, ваша неуклюжесть неприемлема. Простите. Послушай, ты умная девочка и была первой на экзамене медсестер, но твоя неуклюжесть – это реальная проблема. Ты допускаешь слишком много ошибок. Еще раз, и ты будешь уволена. Мы пойдем с тобой? Давай, чем нас больше, тем лучше. Пойдемте. Забыл сказать. У бабушки достаточно сложный характер. Ну, сами увидите. Это здесь. Эй, бабуля. Эй, как ты со мной разговариваешь? Я твоя бабушка. Прояви уважение. И почему ты в кепке? Мы вообще-то в помещении. Да, бабушка. Я слышал, что тебе тут скучно. И привел друзей, чтобы повеселить тебя. Здравствуйте, мадам. Меня зовут Адриан. Оу. Добрый день, а я Маринет. А я Аля. Я такая неловкая. Сейчас подниму. Вот, держи. Спасибо, Адриан. Эй, ты! Тебя Маринет зовут, да? Я пить хочу. Принеси ко мне воды. А, хорошо. Почему я? Мне кажется, я знаю причину. Ну, и почему, Тики? Я думаю, шарм Адриана никого не оставляет равнодушным. Что? Просто забудь. Тики, у меня плохие новости. Что? Кажется, я заблудилась. Как я могла так быстро заблудиться? Не тут. И не здесь. А, я сдаюсь. Давай, Маринет, не унывай. Ты права. Пойду этим путем. Ой! Ой, прости меня. О-ла-ла, да у тебя шишка. Пошли, нужно это срочно исправить. Ну вот. Знаешь, не стоило... Конечно, стоило. Такое милое личико, как у тебя, нельзя портить шишкой. Моя сестра всегда мне так говорила. Я всегда была ходячей катастрофой, и она наставляла меня. Я так неуклюжа, что даже могу потерять свою работу. О, прости, я только что осознала, что тебя не должна волновать моя жизнь. Не так ли? О, знаешь, я прекрасно понимаю тебя. Неуклюжесть — это... Давай будем друзьями. Еще раз спасибо. Неуклюжие девочки должны помогать друг другу. Пока. Как мило. А теперь пора вернуться к работе. Здравствуйте, мистер Мартин. Я пришла измерить ваше артериальное давление. Готово. Артериальное давление сегодня в норме. Ваше лечение дает эффект. Мне нужно это отметить. Сесиль. Я слышала, тебя могут уволить в любой момент. О, это ты, Мари Кристин? Давай мне, я отнесу это обратно. А, хорошо, передай, что мистер Мартин сегодня в порядке.
Сестра Сесиль. Да? Ты сделала ошибку с мистером Мартином. Ты знаешь, что его состояние отслеживалось очень тщательно из-за его проблем с давлением. В своем рапорте ты написала, что у мистера Мартина поднялось давление, и мы развели панику из ничего. Что? Но я не... В данный момент это уже не просто неуклюжесть. Это некомпетентность. Позвольте объяснить. Нет, ты уволена. Уволена? Я уверена, что я не совершала ошибки. Как так? Усердно работающая медсестра. Несправедливо уволенная. Идеальная жертва для моей Акумы. Лети, моя маленькая Акума, и очерни ее сердце. Мисс Медицина, я бражник. Я даю тебе возможность отомстить. Если им не нужно, чтобы ты лечила людей, значит, заставь их всех болеть. Взамен ты принесешь мне талисманы, Леди Баг и Кота Нуара. А теперь давай приниматься за работу. Ух ты! Она указала мне правильное направление. Мы почти пришли. Что это за звук? Пришло время подлечиться! Она их чем-то заражает? Я должна что-то сделать! Тики, пятна! Надеюсь, ты прихватила с собой витамины, Леди Баг. О нет, похоже, этот ужасный запах исходит из капсул. Мне придется защищаться одной рукой. Я не в состоянии держаться так очень долго. Кот Нуар! А вам не кажется, что маринет слишком долго нет? Если ты так обеспокоен, может, поищешь ее? Только не пойми меня неправильно. Я беспокоюсь, потому что она мой лучший друг. Да, да, конечно, конечно. Пойду, поищу ее. Я должен ненадолго отойти, мадам Лайф. Она уснула. Скоро увидимся. Внимание! Нападение Акумы! В целях безопасности... Пациенты должны находиться в палатах, закрыв двери на замки. Посетители также должны находиться в палатах, либо эвакуироваться. Леди Баг и Кот Нуар скоро примут необходимые меры. Что происходит? Леди Баг сражается с акуманизированной медсестрой, которая заставляет всех болеть. Лучше беги, если не желаешь получить немного боли в желудке. Плак, когти! Все кончено, Леди Баг. Прими поражение и отдай мне свой талисман. Сесиль, попробуй оказать сопротивление Акуме. Как же твои пациенты? Я больше не Сесиль. Я мисс Медицина. Ты в порядке, моя леди? Да, спасибо. Не волнуйся, моя леди. Теперь здесь есть я. Кот Нуар. Что ж, самое время позаботиться о ней. У этого комикса, конечно, есть продолжение и финал. И я хочу заключить с вами одну справедливую сделку. Мне нужно всего лишь 5000 лайков, чтобы продолжение монтировалось и озвучивалось как можно веселее.
иначе я буду делать что-то другое. А почитать его можно уже сейчас на Леди-блоге, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые комиксы. С вами был Артём с канала Dubstales, и до встречи.